بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله والله الله توكي ومسخلاем к нему прибегаем из зла наших душ. Валлахи, кого Аллах ведет прямым путем, того никто не собьет. Кого Аллах сбил, того уже никто не наставит. Поэтому восхваляйте Аллаха, благодарите Аллаха, что вы мусульмане, что Аллах спонтали ведет вас этим путем. Это великая милость для вас. Тогда как никакой нашей заслуги нет, кроме милости Аллаха спонтали. Только лишь милость Аллаха, и мы на его пути. Если Аллах спонтали отвернется от нас, нам никто не поможет. Помните об этом. Поэтому ищите довольство Аллаха, даже если это не нравится многим людям, и тогда вы будете действительно успешными людьми. Если же вы будете искать довольство людей через недовольство, через гнев Аллаха, вы получите и гнев людей, и гнев Аллаха. Поистине, мы от Аллаха пришли, к нему мы вернемся. Не забывайте, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун, или он наш создатель, и от него все зависит. Поэтому только на него одного надо ориентироваться, к нему одному проявлять нужно все свои старания и искать его одного довольства. И альхамдулилля, Аллах субхана ва тааля очень любит и заботится о нас, и он послал к нам своего любимца, лучшего из людей, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которого мы также очень любим больше, чем свои семьи, чем свои имущества, и мы следуем за ним, и наша обязанность следовать только за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, за его семьей и за всеми сподвижниками, которыми доволен Аллах субхана ва тааля, которыми довольны мы, как последователи, и мы обязаны быть похожими на них, И альхамдулилля, после них пришли те люди, которые высоко держали знамя ислама, которые высоко поднимали знамя ислама, которые старались на пути Аллаха, которые просто так не сидели, и несмотря на все те трудности, которые возникали на их пути, они старались ради Аллаха субхана ва тааля очистить его религию, донести, оставить для нас их потомков то зерно единобожие, которое оставил пророк Мухаммад саллаллаху. И наша задача, мы или его сохраним, мы или его потеряем, от этого будет также зависеть, как будут жить наши дети. Если мы его сохраним, Аллах субхана ва тааля будет доволен нами, нашей общиной, и укрепит нас на его пути. Если мы его потеряем, то ничего другого, как его гнева, его наказания мы не заслуживаем. Поэтому, что бы Аллах субхана ва тааля не сделал с нами, он справедлив. Воистину, мы его рабы, к нему мы вернемся. И Иса алейхиссалям, когда сделал дуа Аллаху, сказал: «Поистине, прости их, ты их создатель, а если же ты их накажешь, то поистине они твои рабы». Поистине, если Аллах субхана ва тааля простит нас, то он наш создатель. Если же накажет, то мы его рабы, и мы заслуживаем в любом случае. Но мы надеемся на милость Аллаха. И мы разбирали великих ученых, которые были как раз по мудрости Аллаха, все в свое время пришли и продолжили дело пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть разносить религию Аллаха, доводить до людей, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, доводите обо мне хотя бы один аят. То есть это приказ его для нас с вами, что и мы должны доводить до людей хотя бы один хадис, хотя бы один аят, то есть рассказ об исламе, что знаешь. Но чтобы больше говорить, чтобы больше людей привлекать, чтобы с мудростью их привлекать, неопровержимыми какими-то их доводами противоборствовать им, человек должен обладать знанием. И вот насколько полезна твоя жизнь, зависит от тех знаний, которыми ты обладаешь. Если у тебя нет знаний, то ты никого и призвать не можешь, никому не можешь возразить, и в конечном счете ты не можешь защитить ислам, ты не можешь защитить единобожие. Для этого не нужны кирпичи, палки, автоматы, пулеметы. Если у тебя будет знание, а мы видим, только с помощью этого боролись большинство ученых, с помощью слова, потому что, во-первых, среди самих мусульман есть те группы заблудшие, которые сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и только лишь одна группа, которая на пути его и халифуль Рашидин, праведных халифов, она и есть успешна, она и есть победитель. Остальные все заблудшие. Вот чтобы им противодействовать, чтобы поднимать ту единственную группу, которая существует, и нет другой группы, которая, кроме как на его пути, на пути саляфов, праведных предков, и на пути халяфов, последних потомков ученых, то эта группа, мы должны знать, о чем мы говорим, как ее оберегать, как ее поднимать, как защищать. И вот эти ученые, они отдали свои жизни, здоровье, потратили лучшие годы, отдали все свое имущество только ради этой одной цели, довольствия Аллаха через распространение его религии. Это и к нам относится. Не должен никто не думать, а что я могу, а что я сумею, я всего лишь один. Вот когда потоп, да, вода, когда все разрушает, ни одна из капель не думает, что она виновата в потопе. Вот это и есть называется
называется безответственность. Каждый из нас виноват, если ислам не распространяется, если ислам не развивается. Каждый из нас называет себя мусульманином, значит, он несет ответственность за весь ислам в целом. Каждый мусульманин несет ответственность. Если же есть провалы, есть в той местности, где ты живешь, не получается у тебя, ты виноват. Ты не берешь знания, ты не способствуешь своими знаниями, своими речами, своим поведением и так далее. И как бы ты ни выкрутился, ответственность в Аллахе на тебе тоже. Потому что вся община, весь джамаат отвечает за общее одно дело, которое Аллах Субхана Тааля дал нам, это ислам. Мы должны его беречь. И мы разбираем таких людей, ключевые фигуры сейчас берем, на которых как бы, как маяки они были, мы все о них слышали, и мы разбираем их биографии для того, чтобы получить от них пользу. Это и четыре имама, которые мы забрали, это имам Ибн Таймия, это имам Аль-Бухари, праведный халиф Умар ибн Абдул-Азиз. Я его специально сделал, чтобы люди видели, что Аллах Субхана Тааля может и дает всего лишь за короткое время, если голова, правитель справедливый, как меняется все общество. И один из таких ученых, алимов, шейхов, фигура которого историческая, действительно, и, наверное, сказать, самая-самая одиозная, самая знаменитая, о котором говорят много-много, и существует всяких небылиц и всяких проблем и так далее, и до сих пор страсти не утихают и кипят, все это у нас творится, это же, конечно, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Мы, иншаллах, вот сегодня его возьмем жизнь и рассмотрим, чтобы рассеять многие сомнения, чтобы осветить его жизнь, как он жил, какое было положение в Аравии в то время, что происходило тогда, чтобы люди немножечко понимали, немножечко знали, о чем вообще идет речь, потому что ваххабизм и так далее, такие термины сейчас, альхамдулиллах, начали заменять саляфизм, саляфиты говорят, да, ну, новый придумали, даже не знаю, что это такое. Саляф — это просто праведный предок, который, может быть, прапрапрадедушка, который твой жил и был, альхамдулиллах, единобожник, хороший мусульманин, вот он и есть саляф, он и есть саляф. А сегодня, когда люди живут, они называются халяф, вот и все. Они называют саляфы и думают, что это что-то ужасное. Ничего тут ужасного абсолютно нету. И также шейхом Мухаммад, его полное имя Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ибн Сулейман ибн Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Рашид ат-Тамими. И поэтому, когда вы слышите, что имам ат-Тамими сказал, это есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Почему? Потому что, ну, его имя, это как в детстве бабайками пугают детей. Вот это имя стало такое для мусульман какой-то кровожадный, какой-то вампир чуть ли, какой-то монстр, которым пугают людей, и люди, не разбираясь, шарахаются. И добиваются цели те, которые стремятся от ислама отдалить многих мусульман. Все, когда они только напугали, это же Абдул-Вахаб, ты что, это же Вахаб, все, все шарахаются, я не буду этого делать, я туда не пойду. Это мечеть вахабита, все, это значит, тут заходишь, тебе голову сразу откусывают, где какая-то мечеть такая есть. Или же подобно у мыслях у людей вот такое вот есть представление. Конечно, это заблуждение. Это обыкновенный человек, которому Аллах Субхана Тааля открыл сердце, который посвятил всю свою жизнь на пути Аллаха. Единственная его цель была, это единобожие. Никакой другой цели не было. Не захват власти, он никогда не был правителем. Не какие-то денежные средства, как пытаются нам сказать, а они ваххабиты, они только деньги любят. Никогда он не был богатым, никогда этого ничего не было. Если бы он хотел все это, он бы, конечно, были бы у человека другие цели, и сегодня мы о нем бы не говорили. Много таких было прихвостней в исламе, которые преследовали различные цели. Кому-то нужна власть, поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто выдвигает себя, никогда его не ставьте. Такого человека видно сразу. Он всегда противодействует власти, он всегда выдвигает свою кандидатуру, он всегда говорит о себе, а другой человек, он скромно старается на пути Аллаха, и Аллах его сам возвышает. Или же другие хотят деньги через ислам. Много таких имамов, много таких муфтиев, которые только деньги любят, любят красивую жизнь и так далее. Но не о них сегодня речь, Аллах им судья. А сегодня мы поговорим, иншаллах, о Мухаммаде ибн Абдул-Вахабе, или же имам ат-Тамими. И чтобы перейти к его биографии, мы должны понять, какое же было положение тогда в Аравии. Это не где-то, опять повторю, Северный полюс или где-то там Чукотка, Сибирь. Это Аравия, это где расположены Мекка и Медина. То есть лучшей земли на земле нету. Лучшего места на земле нету. Это и город Аллаха, и город посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И что там творилось? Когда человек поймет, он увидит эту картину, которая сложилась к началу 18 века, это всего лишь 300 лет назад, то он поймет, какие были предпосылки для вот этого действия, для вот этого призыва. И люди в то время, которые жившие, они полностью почти утратили ислам. Они полностью отошли от ислама. До такой степени, что то, что оставил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было очень хорошо, крепко-накрепко забыто. И были введены те обычаи, были подняты те обычаи, против которых он воевал, против которых воевали его сподвижники, которые очищали эту землю. Эти все обычаи снова пришли. Снова восторжествовало то, против чего пришел посланник Аллаха, и которое с исламом никаким образом не могло вязаться.
разобраться. И в сфере вероучения, акиды, прочно гнездилось многобожие. Ширк был повсеместно, А также люди изобретали свои какие-то адаты, обычаи и поклонялись непонятно кому, чему угодно. Только лишь не Аллах СВТ. Аллах СВТ, к сожалению, это было всего лишь 300 лет назад. Был на последнем месте. И примерно параллель можно провести с сегодняшними временами. То есть поклонение мертвым, посещение могил, возвеличение какие-то статуи, возвеличение какие-то деревьев, шейхов. Даже был один шейх, думали, что он влияет, чуть ли не прок. Ходили к нему, сделали зиарат живому, как прок он был. Ему делали подношения, жертвы и многое-многое такое. То есть мы видим ширк во всей красе, Потом вся Аравия, она была раздробленная. Везде, в разных селениях и городах был свой, как бы, амир, правитель, который не подчинялся другим. Полностью, как бы, независимость, но независимость от чего? Они сами, что хотели, то и делали. Не подчиняясь ни Аллаху, ни его посланнику, а вот то, что он захотел, сегодня закон вел, и люди его подчинялись и слушались. Про нововведение я уже молчу. Если ширк такое распространение не провел, нововведение было в каждой отрасли. В каждой отрасли само слово «сунна» было забыто. Само слово «сунна» на тот момент утратило свое значение и было забыто. И широкое распространение в этот момент получили суфийские ордена, тарикаты, которые вот и правили умами людей, люди следовали за ними. И это были главные учителя на тот момент в акиде людей. И за такими шейхами, и за их мертвыми шейхами следовало большинство людей, которые поклонялись этим людям и так далее. То есть напрочь оставили единобожие. И Сулейман ибн Сахман, это исторический мусульманский историк, он жил в начале 20 века, он описывает то время таким образом. Это Неджд недалеко от Эр-Рияда, это область Саудовской Аравии. Отвратились люди от единобожия, от таухида и религии, и усердствовали в призывании на помощь не Аллаха Всевышнего, и в приверженности не Ему, но святым и праведникам, а также идолам, истуканам и шайтанам. Многие из них верят в мистическую пользу камней и неживой материи, постоянно спрашивают баракят у деревьев, надеясь на их благосклонность. И это было повсеместно. И в Каире люди подняли знамя идолопоклонства. И Каир на тот момент, Египет вообще стал страной дервишей, самозванцев. Дервиши приходили, рассказывали людям сказки, которые вот мы видели там, человек летает, надо ходить, из его могилы выходит то-то. И подобные чушь и ересь приносили люди. И люди спешили к этим могилам, не разбираясь, и поклонялись этим могилам, приносили жертвоприношения и спрашивали помощи у этих могил. И вот эти дервиши распространяли вот такую вот акиду. И говорится другой историк Аш-Шаарани в книге Табакат Аль-Кубра пишет: Аллах как будто бы, это не историк, на тот момент такие книги существовали. И вот один из этих шейхов, из этих ученых, в кавычках, конечно, пишет в своей книге, что Аллах верил в могилу каждому ангелу. Могилу, где лежит святой шейх, как они говорили, Аллах, он пишет, людей призывает, смотрите, какому таухиду, в кавычках. Аллах верил в могилу каждому святому ангелу, исполняющему просьбы тех, кто будет взывать к этому святому о помощи. Вот такие книги на тот момент были распространены. То есть, как будто бы эти могилы, где лежат святые, и Аллах смотали, над ними поставил каждого специального ангела. Если ты придешь просить у этой могилы, то ангел будет тебе делать. Не Аллах. Даже Аллах на третьем месте. Получается, святой, потом ангел, они будут тебе делать и дадут то, что ты у них просишь. И люди на тот момент толпами были у могилы Хадиджи в Мекке. В Мекку ходили, делали зиараты, делали паломничество. Затем просили у гробницы Абу Талиба. Абу Талиба, это были, конечно, шииты, рафидиты. В Йемене также были могилы, которые люди приходили, просили у этих святых, которые находились там. В Ираке у могил Абу Ханифа и других великих ученых. И Маруф Аль-Кархи. И много-много-много было. То же самое, можно сказать, про шиитов. Все-все секты. В общем, единобожий практически на тот момент не было. И к этим многим другим всяким изваяниям приходили люди и просили, делали ширк, делали дуа. И даже американские исследователи, смотрите, что говорят не мусульмане о том эпохе. Это показательно. Это показывает то, что даже не мусульмане говорят о том периоде, эпохе, который был вот в начале 18 века. Это 1700-е годы, то есть по нашему календарю. И он пишет, Лотроп Стюарт пишет, в 18 веке исламский мир достиг наибольшей степени упадка и глубочайшего падения. Небо над ним потемнело, и мрак окутал все уголки и пределы. Разложение морали и нравов стало всеобщим. То есть люди пили, делали зина. Никакой морали исламской и не было. Исчезли последние остатки арабской образованности. Мусульманские народы погрузились в пучину страстей и вожделений. В людях умерла добродетель и утвердилось невежество. А мусульманские правительства превратились в орудие деспотизма, анархии и вероломного убийства. Что же касается религии, то она покрылась черным покрывалом, окутавшим единобожие. Это
это даже не мусульманин пишет, то что единобожие полностью исчезло, не было никакого единобожия, остался ширк, один ширк. И он говорит, которым учил посланник Аллаха людей. И все затмило замыслы, вымыслы из суфийской шелухи, это он говорит, про низшие мечети вместе с предстоятелем молитв, то есть имамами. Умножилось число обвешанных талисманами, амулетами, четками, невежественных самозванцев и бродячих дервишей и нищих, которые кочевали с места на место, внушали людям всякие небылицы и вымыслы, призывали совершать паломничество к могилам святых и всячески расписывали заступничество со стороны погребенных в них мертвецов. Люди отступили от коранических добродетелей. Стало повсеместным употребление вина и опиума. Распространились пороки. Покровы заветного срывались без страха и стыда. То есть зина, вино, это во всей областях мусульманского мира стало обыденным. Даже в Мекке и Медине творилось то же самое, что и в других мусульманских городах. В целом казалось, что мусульмане, это пишет не мусульмане, стали не мусульманами, достигнув такого предела грехопадения, что если в те времена на землю вдруг вернулся бы посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и увидел, что называлось тогда исламом, гнев охватил бы его. Гнев охватил бы его. То есть вот такие, на тот момент такая обстановка, это опять повторит Аравия, где находится Мекка и Медина. До такой степени люди скатились, что это стало даже хуже, чем было до ислама. Почему? Потому что тогда ислама не было. Люди не знали ислам. Они были джахили, мы их называем, да? Потому что многие делали ширк, потом считали, что это единственная правильная религия. Они ничего не знали об исламе. Когда пришел ислам, многие тут же оставили, приняли ислам. До них донесли истину. Эти же, зная истину, и они были на истине, они оставили все. И они переплюнули даже тех язычников, которые жили до ниспослания пророчества пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И другой мусульманский историк, Ибн Ханнам, описывает состояние, в котором пребывал Неджд и вообще Аравия. В области Неджда творилось много ужасного. Люди устремлялись к могиле Зейд ибн аль-Хаттаба аль-Джубайли и обращались к нему с мольбами об избавлении от бед, спасении от приватности судьбы и исполнении желаний. Считая, что в одной из деревень оазиса, Дирия, находится могила нескольких сахабов, они уединялись у этих могил с целью поклонения им. Так что похороненные в них мертвецы стали вызывать в их душах более великий страх и благоговение, чем Аллах субхана тааля. Они шли к этим могилам, полагая, что в их обители скорее исполнит их просьбы, нежели Аллах субхана тааля. И многие, даже в одном местечке, Эль-Афра называлось местечко, там была пальма по имени Богатырь. Она очень была большая. Ну, Аллах субхана тааля создает сам творение, какие хочет. Бывает, вообще, если вот насчет деревьев, самый старейший живой организм на планете Земля, это сосна Мафусаил называется. Этой сосне 4800 с копейками там лет, 53 года, по-моему. То есть, ничего такого нет, но Аллах субхана тааля вырастил из этой сосны, она такая в обхвате, но если кто поищет, он найдет в интернете, есть информация. Огромный ствол такой на две части разделенный. Вот этому дереву 4853 года. Ну и что? Ну и что? Это всего лишь дерево. Да, оно самый старейший организм на планете. Нет старше него никого, ни животных, ни других деревьев. Это сосна самая старая. Но никому и в голову не придет пойти поклоняться, просить у этой сосны. Аллах вырастил ее. Сегодня и столько лет завтра молния войдет, и она сгорит. Для Аллаха это легко. Это нам испытание. Это нам испытание. И вот в одном из местечек такое было большое дерево, пальма, которое называлось пальма Богатырь. И чем оно было знаменито? Люди ходили, к нему поклонялись. И оно было знаменито, в первую очередь, среди женщин на тот момент. И среди кого? Поздних девственниц. Те, которые не смогли выйти замуж, они ходили к этой пальме и говорили, о, пальма, приносили дары, там, поклонения и так далее. О, пальма, дай мне в этом году мужа. И со всей Аравии туда стекались толпы женщин, которые просили у этого дерева себе мужа. Также там росла пальма другая, которая называлась типа волчья. И туда приходили другие женщины, другие мужчины, у которых рождались мальчики. И они давали пальме дары, чтобы пальма оградила вот именно только мальчиков от всяких болезней, от всякого сглаза и так далее. То есть видите, в каком кошмаре тогда люди жили, в каком кошмаре тогда находились люди. И многие-многие другие. Шейх Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман ибн Хасан говорит, современники Мухаммад ибн Абдул-Вахаба значительно отошли от ислама, теряя в себе остатки веры. Устои ханифской, то есть единобожие, религиозной общины были полностью сломаны, нарушены. Большинство людей пребывало в том же состоянии, что и жившие в эпоху джахилии, то есть до пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Нормы шариата перестали соблюдаться. Распространилось невежество, греховные обычаи, отход от сунны и Курана. Ребенок, как говорят шейхи, вырастал, узнавая религии лишь то немногое, что знали жители его родной местности. А взрослый человек старел и умирал, зная лишь то, что успел узнать от отца и деда. И, говорят алимы, знамена шариата поникли. А священный текст откровения, Курана и Сунны оказались забытыми этими людьми. И был предан забвению образ жизни самого мусульманина, как мусульманин должен жить. И люди отошли от единобожия.
его же истинной религии, усердствуя в призывании на помощь не Аллаха и упорствуя в приверженности не ему, но всяким святым и праведникам, равно как и идолам, всяким истуканам и шайтанам. Алимы же и правители одобряли все это, подливая тем самым масло в огонь. Их нравы и обычаи ослепили их, а одолевшие их страсти греховного вожделения не давали им подняться до уровня праведного наставления. То есть правители, если говорить на нашем языке, да, не словами шейхов, может, многие смотрят, уж сразу спать пошли. Как только слова шейхов начали звучать, все уже косом пошли. Кто-то уже глубоко спит, кто-то еще держится. Но мы должны знать. Почему? Потому что, когда придешь и скажешь, ну вот, Мухаммад Абдул-Вахаб поднял знамя ислама, а другой спрашивает, а что, было плохо с исламом, что ли? И стоит человек молчит, думает, а что, действительно было плохо с исламом? Что, надо бороться, что ли? Когда не знаешь той обстановки, и кажется бессмысленным какая-то роль того человека, который выполнял ее. Если не знает, в какое время жил пророк Мухаммад, салям, и будет казаться, ну и что, а что он сделал? А если мы будем знать, что они даже голые ходили вокруг Кавы, это просто один эпизод, тогда понятно, с чем пришлось столкнуться пророку Мухаммаду, салям. И тогда понятно сейчас, с чем пришлось столкнуться будущему шейху имаму Ат-Тамими, когда он начал призывать к чему? Не к чему-то новому, не каким-то нововведениям, а к все к тому же Курану и Сунне, к единобожию. Поднятие основ Сунны пророка Мухаммада, салям. Вернуться на то, на чем был сам пророк Мухаммад, салям, и его сподвижники. И правителям им было выгодно, как и сейчас. Почему не любят тех, кто делает дават, распространяет религию, против них всяческими образами борется? Это и среднеазиатские республики. Многие из вас знают отлично и рассказывали, сами лично знают, что во многих среднеазиатских мечениях ни одной нету нормальной проповеди, чтобы говорили об основах ислама. Имам приезжает, намаз прочитал, быстро сел, через другую дверь вышел, машину сел, уехал. Все, народ никакого знания не получает. Почему? Потому что им легко управлять. Если народ тупой, он ничего не знает. Им верти, крути, как хочешь. Скажи, вот эти вот вахабиты к нам пришли, они хотят забрать нашу землю, как мне лично рассказывали. Вы знаете, это вахабиты кто такие? Вот у нас, говорит, земля, у нас, смотрите, растут деревья, у нас, говорит, текут реки, а у них ничего нет. Они от зависти, говорит, там умирают, поэтому они хотят тут всех убить, чтобы эту землю забрать. Валлах, я сам это слышал. Вот такие сказки рассказывают. Хотя ни одному человеку на земле, субханаллах, для него его дом лучше всего. Многие вынуждены уехать просто потому, что не дают там нормально жить. А цель Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, имама Ат-Тамими, была лишь поднятие единобожия. И мы видим, в какой среде, в каком обществе он, иншаллах, родился и жил, и начинал свою деятельность. Он родился в 1703 году по миляде, христианскому тысячелетию. То есть это начало 18 века. Или же в 1110 году по хиджре. По хиджре посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И род будущего шейха принадлежал к племени Ат-Тамим, которая обитала в области Недж. Такая область была, есть она и сейчас, в Аравии. И они оставили, они раньше были кочевыми, туда-сюда переезжали с места на место, бедуинами. Они оставили такой образ жизни, они осели, занялись торговлей и сельским хозяйством. Поэтому его еще и называют имам Ат-Тамими, от его рода. Вот это вот племя, которое перестало кочевать, осело в одном месте и занялось торговлей, что обычно делали арабы всегда. Они были скотоводами, земледельцами и занимались торговлей, что они лучше всего умели. И о семье шейха все мусульманские историки пишут, это авторитетный. И все, вы не найдете ни одного плохого слова о нем среди больших уляма, которые известны во всем мире. Кто только огрызается на шейха? Это те, которые пытаются народ оболванить, которые пытаются на него навесить всякие ярлыки. Вот этим как бы пиарят себя, поднимают свой имидж. А большие уляма, ученые, историки, ни один из них никакой чуши не пишет. И даже в Думе, я не помню имя депутата, кто-то выступал и говорил, что перестаньте называть вахабизмом. Потому что вахабизм — это религия целой страны, Саудовской Аравии. Это нормальная религия, ничего тут плохого нет. То есть люди, некоторые есть, которые понимают это все. Это все понимают. Поэтому мы видим, как на сегодняшний день это специальная истерия, не принесшая результатов, она потихонечку меняется на термин саляфии. И вот, говорит, саляфиты такие, саляфиты переключились немножко. Но, иншаллах, у них и тут ничего не получится. И вот его род был из рода Тамим. И о его семье ученые и историки говорят, что ни одна семья не принесла столько алимов, как его семья. Его дед Сулейман ибн Али был в свое время большим алимом, к которому обращались за фатва. Он давал фатва. И он был кады, к которому стремились алимы и ученики. Он был также не просто алимом, а был факихом, который отлично знал фик. И он разбирался во всех мазхабах. То есть это действительно очень дорого стоит. Знать труды Абу Ханифы, Малика, Шафи, имама Ахмада и так далее. Разбираться с них — это говорит о том, что человек очень был начитан, очень был знающий. И как говорит ибн Бишр, его высокочтимый дед Сулейман ибн Али был в свое время ведущим алимом Неджда. Он был весьма сведущим мусульманских наукам. Авторитетнее его не было в Неджде. К нему стремлялись издалека на верблюдах.
верблюдах. Он был автором ряда сочинений и издавал фетвы. Алим и Неджда в то время обращались к нему по всем вопросам фикха и других науках. И сам он приобрел знания у знаменитых алимов, среди которых был шейх Ахмад ибн Мухаммад ибн Мушриф и другие. У него, у Сульмана, было двое сыновей, Абдул-Вахаб и Ибрахим. И оба они занимались науками, оба изучали исламские науки. И Ибрахим ограничился собственно изучением наук и обучением, подобно отцу, издавал фетвы и преподавал. То Абдул-Вахаб, отец будущего шейха, стал кадием. Не просто ученым, а стал кадием, еще судьей, религиозным судьей в Уяйне, город Уяйне, правление эмира Абдаллах ибн Хамада. Но когда имейство сменилось, он был смещен с этой должности. И у него, у этого судьи, кады Абдул-Вахаба, было двое сыновей, Мухаммад и Сулейман. Сулейман также, это родной брат шейха Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, стал алимом факихом. И как его отец занимал пост кадия Хураймали. Но тут надо сказать, что когда говорят, что вот Сулейман, брат его, выступал, посмотрите, против своего брата Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, это правда. Это правда, потому что Сулейман, к сожалению, пошел тем же путем, которое было в то время в обществе. В обществе, и он также, не стремился исправить, скажем так, положение, которое царило в то время. И он выступал очень яро против поднятия сунны, против Корана, против саляфии. Но, иншаллах, Аспанталя в будущем открыл ему сердце, и он сделал тауба, и также он был в конце уже жизни одним из распространителей сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Что же касается непосредственно самого шейха Мухаммада, ибн Абдул-Вахаба, имама Ат-Тамими, он стал великим реформатором, инициатором вот этих всех перемен, которые произошли в обществе при непосредственном его учении, И мы видим, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб получил очень хорошее образование, так как и его дед, и его отец, и его дядя, и его брат, все были образованы людьми, и он с детства уже впитывал вот эту вот всю атмосферу, которая окружала их дом. И ему не было еще 10 лет, когда он полностью выучил Коран. Выучил Коран, стал хафизом, хранителем Корана, и отец очень любил своего сына, почему? Потому что 10-летний мальчик, а к 12 годам еще больше он укрепился, 12 лет он уже был очень крупного телосложения, как юноша, здоровый такой, и очень размышлял, здраво размышлял. И с его рассуждениями считался его отец. Ему было очень интересно говорить своим сыном. И отец, видя то, что сын его так здраво размышляет, и что он вырос, даже 12 лет женил его. Но это о чем говорит? О том, что в Аравии люди просто растут быстрее. И это же ответ, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Аише, и много говорит, вот, что он сделал, он взял такую маленькую девочку и так далее. Но надо иметь в виду, что девочки Аравии, они взрослеют намного быстрее юноши тоже, нежели в других районах, скажем, вот мы в России живем. Потому что здесь 15 лет, 14 лет посмотришь, но он еще совсем мальчик. А в 14-15 лет там уж считают взрослый человек. 15 лет пророк салям брал юношей с собой на джихад. 14 еще отказал, а в 15 взял. И поэтому, основываясь на этом хадисе, три имама сказали, что 15 лет это возраст дееспособности, когда человек отвечает за свои поступки. Но надо опять-таки смотреть, потому что для России 15 лет, конечно, это еще рано очень. А для Аравии вполне созревший уже взрослый человек, и девушки еще более опережает взросление юноши. И вот Мухаммад ибн Абдул-Вахаб 12 лет уже был полностью, как бы сказать, сформировавшимся человеком, у которого очень прекрасно работали мозги, он хорошо разбирался в религии, беседовал со своим отцом, и отец, мало того, что он видел, что сын развивается, он еще и вызывал его на беседу, чтобы брать от него пользу, И даже его брат Сулейман рассказывал, что отец возлагал на него большие надежды, поражаясь его умственным способностям, необычным для столь юного возраста. И когда он это увидел, когда ему 12 лет было, когда он увидел все то положение, которое царило в то время во всей Аравии, скажем, во всем исламском мире, мы не ошибемся, он понял, что с этим надо что-то делать, это нельзя так оставлять. Он изучил фикх, основываясь на фикхе имама Ахмада, ибн Хамбаля, то есть хамбалитский масхаб, отлично знал, и на этом фикхе он увидел, что все, что говорил великий имам, основываясь на хадисах посланника Аллаха, салям, на действиях сподвижников, все это сейчас противоречит то, что делают люди. Люди совсем по-другому жили, никак не назовешь их мусульманами, потому что они делали ширк, делали бида и так далее. И тогда шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб принимает решение следовать пути праведных предков, салифов. То, что он понимал, что нет другого пути, чем следование пути праведных предков. Об этом имам Малик сказал, рахимуллах, он сказал, что последующие поколения, то есть нас с вами, те, кто после него жил, исправит только то, что исправило первые поколения. Если первые поколения сахабов, которые были с пророком Мухаммадом, салям, исправил ислам, исправил единобожие, то и последующие поколения, и нас с вами исправит только ислам, только лишь единобожие. И поэтому шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, когда
когда выучил вот эти все, взял у своей семьи знания, понял, что народ заблуждается, религия ислам убивается, нету того ислама, на котором были пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, и его сахабы, все это противоречит действию людей, и он принимает решение. Это же маленький мальчик, это 12 лет, это действительно, это совсем маленький мальчик, такие глубокие мысли. В Аллах, если сейчас вот мы закончим беседовать, кто-то 80% спросит, что мы говорили, о чем. Ну, мало кто, наверное, сможет повторить, потому что он будет сидеть и думать, обдумывать, хотя тут 12-летних детей нету. 12-летних детей нету. А этот 12-летний мальчик сам приходит к выводу, что так оставлять положение нельзя. И нужно что-то делать. Нужно поднимать ислам пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И с этой целью он просит отца отпустить его, чтобы он брал знания. Во-первых, Мекку. Во-первых, Мекку, чтобы сделать там хадж. Сделать хадж и оттуда начать получать свои знания. И Мухаммад ибн Абдул-Вахаба просил у отца разрешения, и тот ему разрешил, дал ему все припасы, дал ему все необходимое в дорогу, и он отправляется в Мекку. И там он совершил обряды хаджа. И одновременно познакомился с образом мусульман, которые жили там. Увидев, что и там творится то же самое, что у него дома, та же самая могила Хадиджи, люди ходили, поклонялись этой могиле, ходили в другие места святые и так далее, он видел, что положение одинаковое. Но и сейчас такое же положение. Если вы поедете в хадж, вы не думаете, что в рай попадете. Нет, там можно видеть, что люди обтирают Каабу, что многие ищут мечеть Аиши, многие ищут другие какие-то места, которые к обрядам хаджа никакого отношения не имеют, по горам вот это могут полазить, там камни собирать и так далее. То есть это сейчас, конечно, не в таких количествах, масштабах, это в основном приезжие совершают, но это есть, И вот это было, но очень сильнее, больше было во времена Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. И там, когда он немножко побыл, он взял знания, он отправляется в Медину. Где он встретился с двумя людьми, которые оказали на его жизнь большое влияние. Это были действительно его учителя. Первый из них был шейх из уважаемой знатной семьи, как о нем говорят, тот, который изучал работы Ибн Таймии. Этот шейх, он был на работах Ибн Таймии. Он изучал их, хотя прошло уже много веков. И шейх Ибн Таймии жил в 8 веке, если кто не забыл. Мы говорили, когда он жил. Я повторю. Конечно, все помнят, но тем не менее я повторю. В 8 веке он жил, а между ними уже разрыв, тут большой разрыв получается. И это был шейх Абдулла ибн Ибрахим Мунсаев. Он все работы Ибн Таймии, очень любил Ибн Таймию. Он брал все работы Ибн Таймии, изучал Ибн Таймию. А Ибн Таймии также основывался на работах имама Ахмада ибн Хамбаля. Он брал его работы и просто развивал их. Никаких там нововведений, новшеств, ничего не было. Они как бы по цепочке передавали друг другу, брали, развивали это. И вот этот шейх, он брал работы Ибн Таймии, всех изучал и был на этом. И он с горечью говорил Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу, что сейчас такое положение, что надо что-то делать, что-то менять. Невозможно оставлять ислам в том состоянии, в котором он находится, в том состоянии, что он находится. И он говорил, что лучшее средство для осуществления таухида – это путь дава. Поэтому я и говорю, что от каждого из нас зависит, в каком положении находится ислам. Если мы будем молчать, стоять, ничего не говорить, бояться чего-то, да, мы все в конце концов уйдем с этого мира. Кто-то раньше, кто-то позже. У каждого свой срок написан. Но вопрос, как ты прожил жизнь? Не просто ты ее просуществовал, от всех пытаясь скрыться. Если бы так поступал пророк Мухаммад, салям, так поступали бы эти четыре имама, так поступал бы Ибн Таймия, так поступали бы другие великие люди, начиная и говоря о шейхе Мухаммаде Абдул-Вахабе, мы тоже его имеем в виду, тогда мы бы не нашли тот ислам, на котором был бы пророк Мухаммад, салям. До нас бы он не дошел. Всегда были личности, которые противостояли. Вспомните, имам Ахмад трем халифам противостоял. Один маленький человек, у которого не было ни армии, ничего, но у него были знания. У него была любовь к Аллаху, у него была любовь к посланникам. И он понимал, что то, что они говорят, что Коран создан, это куфр. И он трем халифам противостоял. Хотя у них было богатство, у них было войска, мощь, сила. Все государство было под ногами халифов, но они ничего не смогли ему сделать. Почему? Потому что Аллах говорит. Даже если все люди соберутся и джинны захотят человеку сделать что-то дурное, и Аллах будет против, никто не сможет. А если наоборот, если захотят сделать ему добро, и Аллах будет против, они добро им принести не смогут. Поэтому надо уповать только на Аллаха. Все эти люди уповали на Аллаха, и Аллах спонтали облегчить. Облегчил им путь, открыл им дорогу, открыл им путь к знаниям, сердца их открыл. И их имена до сих пор мы помним. Где те люди, которые жили просто так, ничего не делая? Кто о них помнит, кто о них знает? Аллаху алим, их жизнь примет или нет? Аллах субхана ва тааля может быть наказать за это. Потому что бездействие, оно хуже, чем действие. Когда ты знаешь, что это не так. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, останови, не будь согласен. А человек, который мерится всем и сидит, ничего, даже боится слово сказать. Никто не говорит, убиваете речь. Нет, это неправильно. Но делать дават, объяснять мы обязаны. Кому угодно объяснять. Пусть это будет мусульманин, только принявший ислам, или же невежественный мусульманин из нашей семьи, или же не мусульманин.
мусульмане, мы обязаны это делать, мы обязаны доносить. Не можешь сам, помогай тем, кто может. Это будет твой вклад, иншаллах. Это будет твой вклад. Но не делай так, чтобы было тяжело мусульманам. На сегодняшний день зависть среди мусульман. Они говорят всякие гадости, распространяют сплетни, лишь бы все рот закрыли, как они жили. Потому что они сами не могут и не могут видеть, как кто-то другой делает это. И поэтому зависть распространяется. И вот его шейх Ибрахим ибн Саиф, Абдулла ибн Ибрахим ибн Саиф, он держался за труды ибн Таймии, и он говорил будущему шейху Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу то, что наше оружие только дават, наше оружие получение знаний, наше оружие получение знаний. И шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб вспоминал последовательности, он писал об этом. Однажды я был у шейха Абдуллаха, и он сказал мне: «Хочешь, я покажу тебе оружие, которое мы приготовили для мусульман?» Сейчас все подумают, бомбы. Тогда бомб не было, и мин тоже не было, не волнуйтесь. И шейх ответил: «Да, я хочу, покажи мне». И тогда он взял меня за руку и провел в комнату, где было множество книг, и сказал: «Вот что мы приготовили для мусульман. Вот это то оружие, которое мы приготовили для мусульман. Книги, то есть знания, получение знаний, распространение знаний. Это самое главное то, что есть для нас. Самое лучшее, что остается». И после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не осталось никаких богатств. Где его дворцы? Где его земли? Что он оставил? Какие богатства? Что он построил? Ничего, кроме знаний. Только лишь знания осталось после него. И все эти дворцы, какие бы ни были сооружения, они все исчезнут. Они все разрушатся. Нет ничего вечного, кроме слова Аллаха. Кроме того знания, которое он оставил на земле. И он говорит в сурале Хиджр, 9 аяте: «Поистине мы не спаслали это назидание». Назидание, то есть совет, приказ, как надо действовать, и мы его охраняем. Коран, мы его охраняем. Это знание. Мы должны получать знания. Также шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб встретился и со вторым другим большим алимом, уважаемым шейхом Мухаммадом ибн Хайятом Ас-Синди. И он был родом из Индии. И он был также убежденный единобожник, убежденный в том, что мусульмане должны следовать пути только пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И все вот эти вот, которые сейчас творятся, все эти мерзости, они должны быть уничтожены. И у них он берет много знаний. У них он учится долгое время, берет много знаний. Но и говорится, что не только у них, это самые влиятельные люди, которые оказали на шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба большое влияние. А также он брал много знаний и у других людей. И эти все бида, этот ширк были и в Медине. И сейчас тоже. Если вы поедете в Медину, вы увидите, как люди не в сторону Каабы, а в сторону могилы пророка Мухаммада саллям поднимают руки, делают дуа, как они обтирают его дом, где он похоронен, как они обтирают его минбар, думают, что от этого дерева или от этого камня баракят к ним придет. А это ширк и есть, самый настоящий ширк. И в то время было то же самое. И вот однажды будущий шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, проходя мимо могилы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел около могилы группу людей, обращавшихся к гробнице, с мольбами, делали дуа и просьбами о помощи, совершая то, как он впоследствии писал, что противоречило тому, с чем пришел к людям сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И он остановился, объяснил этим людям, осудил их, что они делали, осудил их, что они сделали. И заметив, что приближается к нему один из наиболее видных алимов Медины, шейх Ас-Синди, он спросил его: «Что ты скажешь об этих людях?» Этот шейх Ас-Синди сказал: «У них погублено будет то, чего они держатся». То есть их жизнь, их религия будет погублена. Погублено будет то, чего они держатся. И тщетно, то есть исчезнет то, что они творили, все их обряды, все это будет тщетно, все это исчезнет. И путешествие, как он впоследствии писал, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, вот Хиджаз, где расположен Мекка и Медина, принесло ему большую пользу. Он узнал, во-первых, о жизни в различных регионах страны, увидел людей, пообщался с ними. А в хадж приходят люди со всех сторон земли. И он, пообщавшись с ними, понял, что во всех областях исламского мира происходит то же самое, что люди поклоняются кому угодно, только не Аллах субхана ва тааля. Везде царит ширк, многобожие, везде царит бидаат, сказки и так далее. И от религии ничего не осталось. И после этого шейх покидает Медину и отправляется обратно в Неджд. И в Неджд шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб возвращается счастливым, поскольку его поездка действительно оказалась для него очень и очень полезной. Во-первых, он совершил хадж, конечно. Во-вторых, он взял знания у великих ученых священных городов. И вернувшись в Неджд, и конкретно в Уяйн, он усердно также продолжает учиться у своего отца, занимаясь вместе с ним проблемой фикха. Проблема фикха, основываясь на мнении имама Ахмада ибн Хамбаля. И он конспектирует свои записи с отцом, записывая все эти беседы, которые отец доводит до него. Я повторю, что отец его сам был большим очень алимом, и сын большинство учился у своего отца. И все эти беседы он конспектировал. И это продолжалось до тех пор, пока шейх имам
Тамими не принял решение побывать в Ираке. А в Ираке мы знаем, что Ирак — это родина многих видно алимов, как и Абу Ханифа, как и имам Ахмад, ибн Таймия. Это были земли Шама, и оттуда он решает посетить земли Шама. И в 1136 году по хиджре, или же по миладе 1724 году, он покидает город Уяйна и отправляется в Ирак. По прибытии в Басру, он прибыл в Басру, шейх Мухаммад встретил алима, шейха Мухаммада Аль-Маджму, у которого начал брать уроки по тавхиду единобожию. То есть, смотрите, то есть шейх на месте не сидит, ищет знания, чтобы получать знания. Прежде чем делать какие-то действия, выводы, шейх ищет знания. К чему и вас я призываю, чтобы мы каждый искали знания на пути Аллаха, чтобы мы что-то брали полезное, что-то делали. Хорошо, если не можете быть алимами, то будьте хотя бы полезны каждый на своем месте. Каждый на своем месте. Не просто штаны где-то протираете, а берите знания. Берите знания, чтобы это послужило возвеличиванию ислама, чтобы это послужило пользой для будущих мусульман. Где бы вы ни учились, не все могут быть муфтиями, алимами, но нам не хватает мусульман хороших врачей. Сейчас пойдешь к врачу и не знаешь, правду он тебе говорит или нет. Почему? Потому что все опирается на деньги. Пришел к врачу, он тебя лечит, уписывает лекарства. Мы вынуждены им верить, но мы не знаем, что они хотят. Потому что если ты пришел без денег, это будет одно. Если ты же зашел через заднюю дверь, то через знакомство, заплатил деньги, у тебя будет совсем другое отношение. Совсем другое отношение. Когда он тебе даже выписывает лекарства, человек не может быть спокоен. Правду ли он ему говорит, или же просто он хочет, чтобы он подороже лекарства купил. А вот когда на его месте будет сидеть брат-мусульманин, который ты знаешь, который хороший муслим, который приходит в мечеть, ты спокоен. Он тебе ради Аллаха поможет. Он тебе скажет, как надо лечиться, что для этого нужно. Он тебе правильно подскажет, что есть будет польза для ислама и для мусульман. Польза для ислама и для мусульман. Сегодня мы в этом очень сильно нуждаемся. В любой отрасли не хватает мусульман. А мусульмане чем занимаются? Ничего мусульман не нужно. Купил, продал, все. Быстрее деньги на приору накопил, вот думает, жизнь удалась. И он теперь будет ездить. Как говорится, чем выше горы, тем ниже приоры. Все, вот так мы и живемся. Но это же бессмыслица полная. Это бессмыслица. Мусульмане так жить не могут. Мусульмане так жить не могут. Что-то мы должны делать хорошо, чтобы после нас что-то осталось. Чтобы мы какой-то след оставили. Чтобы мы чем-то помогали тому же пророку Мухаммаду, салям. Да, ему распространять ислам. По земле распространять ислам, чтобы от нас была польза. Но большинство мусульман абсолютно об этом не думают. И вот он берет уроки, возвращаясь к шейху, имам Ат-Тамими. Он встречает в Басре другого последователя, ярого приверженца пророка Мухаммада, салям. Почему я говорю? Потому что были редкие такие люди. На единобожии, на сунне практически тогда людей не было. Мухаммад Аль-Маджму. И в течение определенного времени он учился у этого шейха хадисам, отверганием многих хитростей многобожия, которые люди приходили и говорили о разном. Говорили о таких вещах, которые человек может мозги свихнуться. И им нужно было чем-то отвечать. И вот он этим и занимался. И следует отметить, что в Басре у него же были знания. Он был уже, можно сказать, большим, тоже сам шейхом. И он не ограничился только учебой. Он активно боролся против этих нововведений, против многобожия. И как крайних шиитов, так и хариджитов, так и других сект, против них всех он выступал. Почему? Потому что в Басре были многочисленные гробницы, где люди поклонялись, шииты и так далее, и тому подобное. И вот людям это не нравилось. Почему это до сих пор не нравится людям? Как тогда не нравилось, так и сейчас не нравится. Представьте, что люди живут. Такое-то, скажем, далеко ходить не надо. Северокавказское село, где всю жизнь поклонялись мертвым, где были стуканы, где на деревья завязывали ленточки и так далее. Вдруг оттуда растет мальчик, который обучается и понимает, что этого нельзя делать, оказывается. Надо просить только у Аллаха субхана ва тааля, а все эти камни, деревья, что бы это ни было, могилы, они не заслуживают, чтобы у них просили и поклонялись. Что будет с ним? Ну, минимум его побьют и выгонят из этого села. Почему? Потому что большинство людям так выгодно жить. Они говорят, так жили наши отцы, так жили наши прадеды, дедушки, и мы так будем жить. И навряд ли они сразу примут вот какого-нибудь парня, пусть он даже отучился, примут его и будут слушать, идти за ним, будут слушать его и следовать за ним. Так же и было шейхом Мухаммад ибн Абдул Вахабом. И в Басре он противодействует этим группировкам, он вызывает их гнев. Они решаются его убить. Ну, а что они хотят делать? Хотят его убить, но даже не тайно. Они приходят однажды к нему днем и говорят, что если ты не покинешь Басру и не уедешь отсюда, мы тебя убьем. А почему? Потому что до этого они к нему приходили, и у них было много-много разговоров, диспутов, споров. Какие бы вещи они ему не говорили, он точно отвечал им. Только с Курана и Сунны. Отвечал им, основываясь на Куран и Сунне, основываясь на хадисах, и давал блестящий ответ. И у них не было, что ему возразить. Сегодняшний день то же самое. Когда многие, кто делает дават, братья, дай Аллах им многих лет жизни и здоровья, и
чтобы Аллах укрепил на этом пути, делают дават, объясняют единобожие, многие злятся и не могут ничего ответить. А потом что следует? Они ваххабиты, надо их вот так, надо их вот так. То есть, когда кончаются доводы, начинается бессмысленная ругачка, начинается оскорбление и так далее. А разумный человек, он приводит доводы с Курана и Сунны. Вот тебе Куран, вот тебе Сунны. Что хочешь, то и делай. Что хочешь, то и делай. Но истина бывает одна. Ее не бывает две, три. В одном селе так, в другом городе так, в четвертом районе по-другому. Так не бывает. Она одна. И Аллах Субхана ва Тааля оставил нам ее, а пророк Мухаммад салям разъяснил нам ее. Разъяснил и также передал наследство. И поэтому по одной этой истине мы должны жить. И эти все заблудшие течения, они ничего не могли возразить шейху Мухаммад ибн Абдул-Вахабу, и у них накапливалась злость. И вот однажды они прямо днем пришли к нему и сказали, что если ты не прекратишь и не уедешь из Баср, то мы тебя убьем. У шейха были друзья в Басре, которые последовали за ним, ученики и так далее, но их было, к сожалению, очень мало, и они не могли защитить своего шейха. Уже к тому времени он стал шейхом, имам ат-Тамими. Имам ат-Тамими вынужден был покинуть Басру и уйти из Басры. Для того, чтобы, во-первых, обезопасить себя, во-вторых, чтобы продолжать на пути Аллаха вот это дело, убили бы его, смысла бы не было. Поэтому он оставляет, но не оставляет свое убеждение, он оставляет просто это место, чтобы в другом месте опять продолжать свои действия. И мы видим, что и другие имамы тоже так же поступали. И Абу Ханифа, когда ему угрожали, он уезжал на какое-то время, пока не успокоит. Имам Ахмад также, он старался не провоцировать больше власть. И так далее, и другие также делали. И шейх отправляется один, в спешке покидая Басру, без денег, без пропитания, без вьючного животного, без животного, уходит пешком из Басры. И он бы, наверное, в умных пути от жажды, конечно, если бы Аллах Субхана ва Тааля его не спас, и он отправил к нему человека из Зубайра по имени Абу Хумейдан, который пожалел шейха, нашел его на дороге, практически уже умирающим от жажды, поднял и привез к себе его, к себе в селению Зубайр. И шейх, пробыв какое-то время в Зубайре, смотрите, какая его жизнь, полная тягот, никакой там облегченности нет, и то, что говорят о нем, это все неправда. Если бы он сидел на мягких подушках, ел бы вкусную пищу и ни о чем не беспокоился, мы бы тогда могли обвинить его. Вот он это захотел. Но мы видим, что этого не было. Он даже шел пешком, без всяких припасов, и чуть не умер по дороге от жажды, если бы Аллах Субхана ва Тааля не послал к нему этого человека. И пробыв некоторое время в гостях у этого человека в Зубайре, шейх затем решил отправиться в Сирию. Однако, он не мог этого сделать. Для чего хотел в Сирию отправиться? Чтобы опять получать знания. Чтобы самому распространять знания. Но он не мог этого сделать, потому что все те деньги, сбережения, которые у него были, у него отняли жители вот этой Басры, враждебно к нему настроенные. И он опять возвращается к своему отцу в Нежд. Наверное, на этом мы сегодня закончим, братья. Чуть у меня и глаза тоже болят. И завтра продолжим с того момента, как он вернется к отцу. Жизнь его — это еще даже не призыв, это только подготовка к призыву. Мы видим, что шейх активно боролся и действовал на протяжении всей жизни. И Аллах Субхана ва Тааля, конечно, посылал к нему многих-многих людей, которые помогали ему. И один из них был предок вот этих вот королей саудов, которые сейчас правят в Саудовской Аравии. И он поддержал шейха Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, и с помощью него начался распространяться призыв. Но, иншаллах, мы завтра это продолжим. Мы увидим, какими путями это двигалось. Да, были, конечно, и ошибки. То, что обвиняют сторонников имама ат-Тамими, то, что вот они действовали, они обвиняли всех куфри, они действовали жестко. Но это по шариату. Если человек не оставляет идолопоклонство, кто он тогда? Если хоть он называет себя мусульманин, все равно он вышел из ислама. Это решает кады. Но были люди, которые в его окружении действовали очень жестко, даже иногда часто кроваво. Из-за этого люди, конечно, боялись. Из-за этого и пошел слух, что вот они убивают их и так далее. Хотя шейх, я вот привожу вам то, что говорили его учителя, у которых он учился, и то, что он сам говорил. Страшнее оружие или сильнее для них, чем книга и знания, не было. Они действовали только знанием, распространяли знания. Таким же образом можно обвинить Ахмада ибн Хамбаля. Его, кстати, и обвиняют. Он говорит, вот он шейх ваххабитов, да, потому что на нем, на его масхабе как бы держится все это. Ну какой же он ваххабит? Как может ваххабит? К нему даже термин неприемлем. Это великий шейх, великий имам и другие также. И другие, и Абу Ханифа, все, они были на этом, на одном, на единобожии. Никто из них никогда не говорил, что надо поклоняться кому-то еще, что это делает и так далее, что надо вводить беда. Наоборот, они выступали и говорили, что мы на том, на чем был пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, и его сахаба. Если вы найдете какой-то хадис, противоречащий нашим словам, оставьте наши слова, принимайте хадис. То есть сунна и Куран для них были превыше всего. На этом и был шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Просто та атмосфера, которая царила. Человеку легко. Поехал куда-то, к какому-то могиле, помолился и сидишь, жди. Вот теперь у тебя будет счастье. Вот тебе придет успех и так далее. Или на шею повесил огромный амулет, полумесяц, и думаешь,
что он мусульманин, а когда ему говоришь, сними, это неправильно, или хотя бы не надеюсь на него, как, ты что, я же мусульманин, я должен носить, мой дед так носил. Люди не хотят сами ничего делать. Сюда тоже приходит много людей, которые не хотят 5 раз в день читать намаз, а хотят, чтобы что? Чтобы имам почитал им что-то из Корана, и у них все проблемы закончились, чтобы у них был успех, баракят, здоровье. Но если бы имам сам мог бы это сделать, он бы сам себе это сделал, и своей семье, и своим детям сделал бы. Но имам обыкновенный человек, и другие шейхи, ученые, обыкновенные люди, никто не может дать успеха, здоровья, баракята другому человеку, кроме Аллаха Субхана Тааля. И ему следует подчиняться, по его пути только следует исследовать. Вот поэтому мы и разбираем жизни этих великих ученых. Иншаллах, завтра мы продолжим разбирать жизнь Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, имама Тамими. Субханаллаху ва бихамдика, ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илайк. Баракаллаху фикум.